В Миассе вновь насмерть сбит пешеход, и вновь водитель скрылся с места преступления. Такие случаи стали все чаще мелькать в сводках ГИБДД. Дорога превращается в настоящее поле боя лихачей и пешеходов. Чаще всего последние проигрывают в неравной борьбе, а у водителей не хватает смелости, чтобы ответить за свое правонарушение. Прошлой ночью около половины первого на улице Герцена в районе МИАС-2 неустановленным водителем был сбит мужчина. В результате наезда пешеход скончался на месте. Свидетелей аварии, скорее всего, не было, потому что ДТП произошло вдали от жилого сектора. Потому что произошло там те торфяники, там жилого сектора нету. То есть там промзона заканчивается и торфяники начинаются. Проводится съем информации камер наружного наблюдения, находящихся на предприятиях в данном районе. В настоящий момент проводится комплекс мероприятий по розыску очевидцев аварии, автомашины и водителя, сбившего пешехода. Личность погибшего пока также не установлена. Сотрудники полиции просят тех, у кого пропали родственники, немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы. Также вы окажете большую помощь полиции, если сообщите о местонахождении автомобилей, имеющих свежие повреждения в передней части.